Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале «Муравьиная сила». Как многие из вас знают, недавно в Московской области прошел лет муравьев Лазиус Нигер. Это событие просто пир для местной фауны. Лягушки, ящерицы, птицы и даже грызуны не брезгуют этим лакомством. При этом ящеркам повезло немножко больше остальных, поскольку автор данного видео проспонсировал их злобными слепнями, пытавшимися помешать видеосъемке. Пожалуйста, напишите в комментариях, хотели бы вы и дальше видеть на нашем канале репортажи из жизни других животных помимо муравьев, или стоит сосредоточиться исключительно на муравьином контенте. Далее предлагаем вам просто понаблюдать за трапезой этих милых созданий. А у нас на сегодня все. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайки, а также подписаться на канал и одноименную группу ВКонтакте. Удачи и до новых встреч!